17 декабря в Москве на площадке международной выставки форума «Россия» на ВДНХ состоялся 21-й съезд партии «Единая Россия». На пленарном заседании выступил президент страны Владимир Путин. Делегацию Тверской области возглавил губернатор, член высшего совета партии, секретарь регионального отделения Игорь Руденя. Съезд единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте 2024 года. «Единая Россия» примет активное участие в организации проведения сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. В избирательной кампании будут задействованы все региональные отделения партии. Владимир Путин пойдет на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца. Хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов. Вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Глава государства назвал ключевые задачи – отстаивание суверенитета России, обеспечение ее безопасности, укрепление экономики, социальной сферы, научно-технологического потенциала, благополучие миллионов российских семей, поддержка материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей, в целом развитие демографии и другие. Тезисы, которые озвучил Владимир Путин, войдут в его предвыборную программу. Глава государства подчеркнул, планы на будущее будут определяться вместе с гражданами России. Стратегия развития на долгосрочную перспективу будет сформулирована, исходя из запросов людей. Мы считаем, будет годом переломным, в хорошем смысле. Это новый этап развития нашей промышленности, нашей экономики. Мы все готовимся к выборам президента Российской Федерации, потому что считаем, что сегодня безусловный лидер Владимир Владимирович Путин. Партия настолько сильно приближена к людям, что стала партия родной для большинства людей, которые могут реализоваться, которые чувствуют свою значимость, необходимость для нашей страны, которые работают во благо будущего наших детей, наших новых поколений. Ну и, конечно, самое главное, что партия ставит амбициозные задачи по развитию нашей страны. Это конкурентоспособность экономики, это модернизация ЖКХ. Сегодня более 30 миллионов россиян являются активными сторонниками «Единой России». У партии налажены обширные связи с партнерскими НКО, как на федеральном, так и на региональном уровне. В этом году на съезде выступали в первую очередь не партийцы, а представители различных сфер и профессий. Среди гостей съезда были представители ОНФ, волонтеров Победы, Боевого братства, фонда «Защитники Отечества», студотряды, победители конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», Росмолодежи и других движений и организаций. Спикеры съезда, которые имеют разные жизненные пути, разные цели и ориентиры, сошлись во мнении, что хотят и видеть Владимира Путина следующим президентом страны.